скандалюжина моя. Только дверь открыла, сидел, как давай мяукать, как давай требовать жратву. Пришлось все бросить и кормить рыжего. Фокси! Вот, положа руку на сердце, я не знаю, как называются вот эти цветочки, но они такие замечательные, мне они так нравятся. Вот, и они очень их любят, эти хумли. Хумли с перевода на норвежский, вернее, с норвежского это шмелики. Хумля. Вот они, масявочки. Пионы мои потихонечку рассыпаются, он уже практически не держится. Вот. Лепесточки. Как они быстро отцветают, ну как они пахнут. Сейчас понюхаю, дайте понюхаю. Ой, я очень довольна в этом году моими пионами. Вот если бы дождь, конечно, не прошел бы, оно бы, конечно, не покоцало все, но все равно я очень довольна. Огромно. В этом году очень много цветов. Да, очень много цветочков. Вот он какой красавчик. Как снег вокруг куста. Рыжий пришел на осмотр. Вот они когда совсем маленькие, оно почему-то такой розовенький-розовенький. А уже когда большой цветок становится белым. Ну, это просто сказка. Сама невинность. Да, Фокси? Сама невинность рыжая пошла. Ой, потихонечку у нас эта самая смородинка темнеет. Вон даже бочочки начали проклюкиваться. Слушайте, такая малость, а столько радости приносит, а? Да? Такая рыжая малость, она такая наглая, скандалезная, столько радости приносит. Ой, еще немножечко. А у меня тут огурцы прям гроздьями. Раз, два, три, четыре. А, прям, ух. И здесь вон два. Толстопузика. И вот здесь вон натягивают наконец-то. Ну, по-моему, их кто-то поджирает. Наверное, опять слизни вышли на охоту. Вот. Вот что мне не говорите, но вот в таких этих самых компостных штуках так шикарно растут огурцы. Это просто вот фантастика. Вот, казалось бы, огромная компостная такая куча. И он, смотрите, какой красавчик. Сейчас я ему секир башка сделаю. Чё ты мурлокотишь? Чё ты мурлокотишь? Всё ты? Всё ты? Всё ты? Идёт. Идёт, злодей. Идет. Да хватит уже подлизываться. Ты лучше посмотри, какой у меня огурец шикарный. Фоксик, смотри. Фоксик, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Фокси. Смотри, какой огурец. Иди сюда. Не пойдешь? Разговаривать со мной не будешь? Вот ты злодей. Вот ты злодейская морда. А посмотрите, какой шикарный огурец. О, зато тёсик сейчас будет огурец смотреть. Это же морда. Не, ну вы видели этого артиста. Да? Привет. Мау? Мау? Это мау? Хотите сказать, посмотри, какие мы красивые? Да, Фокси? Ой, скажи, какой же я красивый? Ну, какой же я красивый? Ой. Тёфсик, смотри, какой у меня тут огурец. Смотри. О, какой у меня тут огурец.
Большой и зеленый. Че, никак? Не нравится? Или нравится? Ты? Не огуречная ты. Че, только что оторвала. Да, пахнет. Свежестью пахнет. И вот сюда посадила. Накидала по самое не хочу вот этого всего. И вон мощный какой товарищ, а. Нравится ему тут просто вообще сказочно. И вот тут тоже сосед его балдеет. Да, и вот это тоже товарищ балдеет. Вот тоже. Вот оно все, что муж скосил. Старая листва, новая трава. Вот оно, вот оно. Ну разве не красота, а? Главное, мощь какая. Да, тюсик. Мощь мощняцкая. Да? Мощь мощняцкая. Мощняцкая мощь. Ой, ты мои мелкие засранцы. Вот и в тепличка. Тепличка. Помидоры пошли в рост, буяют. В этом самом, ну, наверное, надо будет паприку куда-то пересадить. Хотя, по-моему, он верхние листики очень даже зеленые. Вот. Так что, что ты? Помидорам очень климатит вот в таких, таких этих самых, да? И этот подглядывает. Давай, заходи. Заходи. Эти мотоциклеты. Что там, водичка? Вот. Помидоркам моим очень здесь климатит. Несмотря на полное отсутствие крыши. Ну, клеточка это так. Чисто для подвязать помидорки. Ну, помидорки цветут. Хотя вот эта зеленая масса меня это волнует. Потому что здесь больше зеленой массы, чем помидорок. Но все равно. Вон он, единственный и неповторимый. Вот он, вот он. Вот он. А, нет, вон там еще, по-моему. Там еще есть на гроздочке. Так что помидоры поперли. Поперли помидоры. Тюфсик, ты понимаешь? Два кустика укропа, два растения, вот растение и вот растение. Вот. Извиняюсь, что пальцем показываю, ну как-то вот. Это прям, это с прошлого года. Сама сеянцы насеялись. Вы гляньте на него. Ну вы на него гляньте. Я ж специально положила, чтобы вы сюда не лезли. Фокси, ты что, редиску высиживаешь? Фокси. Ой, Фоксик, ты ж моя ты рыба. Вот это у меня руккола. Руккола. Очень вкусная. Второй год растет самосеянцем. Вот. Это еще один цветочек. Аленький. Тюфсиком зовут. Да. Ой, Тюфсик, ты что там у тебя? Ой, тут еще какой-то злодей на тебя прицепился. Эй. О, вот оно же, гадские гады. Не отпускают моих пушистиков. В общем, ой, извините, Фокси вас придавила решеточкой. Скажи, я тут. Это он явно от тюсика заныкался. Ну, в общем, редиска у меня растет благодаря обогреванию Фокси. Это, насколько я понимаю, пытается проклюнуться укропчик. Вот это морковка с прошлого года. Семена выпустила. Вот. Еще немножко там этого самого. Вот этого пердемонокля. Господи, забыла, как называют. Память девичья. Не помню, кому давала. Да? Слушайте, она такая ядреная, рукола эта. Высаживатели. Как курица несушка, а у меня кот несушка.
Не Лёшка. Ой, Фоксик, я думаю, чё у меня редиска так растет буйно? Оказывается, ты на ней. Оказывается, ты ее высиживаешь. А вот в этой никто ее не высиживает. Что-то я так прям сыпанула от души той редиски. Зато у меня вот здесь, вот я в этом году решила попробовать посадить красоту. Это у меня лилии. Ну, какого цвета, не помню. В общем, как вырастут, покажу. Цветочек аленький. Ты мой цветочек аленький. Не совсем маленький, это вот тот скорее аленький. Клубничка. Килюбничка. Слушайте, килюбничка раз. Вот там килюбничка два. Вот там килюбничка три. Пора собирать. В прошлом году я так пару раз успела ухватить. А так птички ей приделали ножки. Ромашка у меня в заточении тоже попала. Да, ромашка попала в заточение. Тюфсик. Ой, а тут... Ой, какая там красота. Вот она какая красота. Да, ты самый красивый, не ревнуй клубники. Картина маслом. Фокси, что тебе больше всего нравится высиживать? Петрушку, укроп или редиску? Ну, похоже, редиску, потому что ты как раз на ней лежишь. Да, редисочку тебе нравится высиживать. Сранец. Вот они мои произведения, которые я купила в этом самом, в Плантажене. Очень им огурчики, смотрю, попёрли именно по ней, вверх-вверх. Но это вот одна. А вторая никуда не попёрла. Она куда-то так по земле больше прёт. Ой. Кстати, вот эти я наберу потом. На листики малинки. Это малина дикорастущая. Вот. И зимой как найду. Зучки преследуют. Хотя он солнышко все-таки просматривается где-то. Что ты мел? Между ног, понимаешь, залез и все тут. Да, и вот гладь меня. Да, вот гладь меня. О, да тут у нас еще какие-то эти птеродактили на тебе сидят. Да, тёсик. То на Фоксике сидели шумную толпою, то на тебе. Что ж мне с вами делать-то? А? Дружочек ты мой, пирожочек. Да. Эй, вот еще один стервец. Ты понимаешь? Чё ты лапами сучишь? Где ты их набрал? А? Где ты их набрал? Ты злодейский, ты злодей. Ну. Лампедунция какая, а? Лампедунция. Эть, спрятал. И муркотит же ж. Муркотит-то тут был один, вот тут второй был. Хотя, по-моему, там они до сих пор гнездовье у них. Тюфсик, там же гнездовье прям целое. Понимаешь? Что нам с тобой делать-то? Как говорится, сделать все неправильно. Да, Фокси. Сидит ушастый. Ну, в общем, как говорится, все, чтобы сделать все неправильно, вот показываю. Купила салат, купила курицу, гриль, купила упаковочку абрикосов, 3 бутылочки воды содовой, купила этот смогот. Сейчас покажу, что купила.
песок котам за 39 крон. Что еще? А, ну, огурец это мой. С огорода. В салат пойдет. Там еще остались несколько. Вот. И вот такой смогут купила. Несколько штучек попробовать. Такого раньше не видела. Думаю, попробую, куплю. Так, ну вот. Купила смогут такой. Немножечко разных каких-то штучек. В общем, таких я раньше не видела. Сейчас. Ну, фокусируй все, давай. В общем, желе и что-то. Ничего, вкусненько. Вон такая машинка. Прям цвета. Так, еще другая машинка была. Что ты, товарищ? Хочешь машинку? Нет? Не хочешь? В общем, такая машинка. Ну, рыбу я, конечно, себе. Я ж рыба. Рыбу хочешь? Нет? Не хочешь рыбу? Ну, правильно. Сама съем. Еще вот такие губки купила. Две. На попробовать. Кислая сверху. Очень тягучая. А лимонная штука. В общем, кусанула. Ладно. Не буду тявкать. В общем, как говорится, все неправильно сделал. Надо было делать отдельным видео. Но у меня уже все. Смешались люди, кони, коты. Мужа показывать не буду. Сидит в неглиже. Моя ты бусечка. Вот. Надо ананас съесть. Скажи, хорошо. Вот знает же засранить свое место. Ровненько, на кругленьком шерстяном пледике. Усё, кина не будет. Пошла я спать. А, это... Иван да Марию, это я положила, чтобы она немножко подвяла. Как капурский чай. Короче, вы поняли.